Здравствуйте, уважаемые подписчики компании Ideal Plast. Сегодня мы хотим рассказать о нашей проделанной работе в кафе «Счастье», расположенном в популярном торгово-развлекательном центре «Космопарк» на втором этаже. В конструкции из четырех дверей и витражей был использован алюминий холодной серии. По просьбе заказчика была использована полимерная краска черного цвета. Стеклопакет с использованием стекла толщиной 6 мм. Клиенты остались очень довольны качеством проделанной работы, исполненной в точные сроки. Компания Ideal Plast – это идеальное решение. Здравствуйте, уважаемые подписчики компании Ideal Plast. Сегодня мы хотим рассказать о нашей проделанной работе в кафе «Аль-Мубарак», расположенном в микрорайоне «Восток-5» напротив 8-й поликлиники. Была использована новинка профиля 55-й серии, которая отличается тем, что имеет два разных цвета с обеих сторон по индивидуальному пожеланию наших клиентов. В конструкции был использован стеклопакет толщиной 24 мм из двух стекол толщиной по 5 мм. Клиенты остались очень довольны качеством проделанной работы, исполненной в точные сроки. Компания Ideal Plast – это идеальное решение. Здравствуйте, уважаемые подписчики компании Ideal Plast. Сегодня мы хотим рассказать о нашей проделанной работе в частном жилом доме. В конструкции были использованы алюминий 72 серии с анодированным покрытием, стеклопакеты толщиной 24 мм с использованием тонированного противоударного стекла, цвет оконного пятикамерного профиля «Орех», индивидуально подобранный вместе с клиентом из нашего каталога различных цветовых решений. Фурнитура также была подобрана индивидуально, исходя из пожеланий клиента. Мы встроили подоконники фирмы Данке, также выбранные из каталога. Клиенты остались очень довольны качеством проделанной работы, исполненной в точные сроки. Компания Ideal Plast – это идеальное решение. Благодарим компанию Ideal Plast за проделанную работу, за такие красивые окна. Красивые, теплые, надежные. Успехов вам, ребята! Спасибо большое! Здравствуйте, уважаемые подписчики компании Ideal Plast. Сегодня мы хотим рассказать о нашей проделанной работе на рынке Мадина, расположенном по адресу проспект Чуй, 4/8. Мы использовали пластиковые витражи турецкой компании Baupласт под линейкой Fensterbau. По желанию заказчика была использована фурнитура австрийского изготовления фирмы Mako и турецкого фирмы Kale. Клиенты остались очень довольны качеством проделанной работы, исполненной в точные сроки. Компания Ideal Plast – это идеальное решение. Здравствуйте, уважаемые подписчики компании Ideal Plast. Сегодня мы хотим рассказать о нашей проделанной работе в мечети, расположенной по улице Осман-Кула, рядом с пожарной станцией. В конструкции были использованы алюминий 72 серии, витражное стекло 8 мм с толщиной стеклопакета 40 мм. Клиенты остались очень довольны качеством проделанной работы, исполненной в точные сроки. Компания Ideal Plast – это идеальное решение.